Сегодня жители новых микрорайонов Алматы рассказали акиму Наурызбайского района о наболевших проблемах. Люди, в частности, говорили, что в районе необходимо привести в порядок инфраструктуру и вплотную взяться за выплаты социальной помощи особо нуждающимся. Санжар Тогай выслушал каждое обращение, пообещал во всем разобраться и решить вопросы горожан. За диалогом народа и власти наблюдала Анастасия Яцун. От нас отказались, и мы зависли в воздухе. Ну, вы, наверное, в курсе этого вопроса, потому что мы к вам приезжали. Вот такой вопрос. Как нам быть? На встрече жители района озвучили все вопросы, которые их сегодня волнуют. Одни выразили недовольство из-за неасфальтированных улиц, отсутствия канализации и водопровода, другие просили помочь с получением АСП и поиском работы. Санжар Тогай, внимательно выслушав все пожелания и недочеты, пообещал детально разобраться в каждом вопросе. Очень много вопросов было задано. В основном это касается инфраструктурного развития района, поскольку мы новый район, да, у нас есть очень много вопросов касательно и освещения, и дорог, скажем, и водообеспечения. Мы разъяснили, что работа в этом году по решению этих вопросов продолжается. А что касается инфраструктуры в районе, которая, по мнению жителей, требует скорейшего ремонта, то Аким объяснил, что сейчас ведутся плановые работы по водообеспечению проблемных участков. В новом году подрядчики займутся освещением улиц. В первую очередь многодетным и малообеспеченным семьям помогут с трудоустройством. Под особым контролем будут и вопросы выплаты адресно-социальной помощи. Уже в 4 микрорайонах у нас проводятся строительно-монтажные работы по водоотведению, по канализации и по обеспечению водой. В следующем году будет еще 6 микрорайонов проводиться строительные работы. Кроме того, население задает очень много вопросов по освещению. В этом году, конечно, мы только 24 улицы осветили, но на следующий год, на сегодняшний день, мы уже подготовили проект на 245 улиц. Жители Наурызбайского района остались довольны встречей с акимом. Они уверены, что в районном акимате серьезно подойдут к решению острых вопросов, которые подняли горожане на встрече. Очень хорошо. Аким ответил на все наши вопросы. Я ему верю. Он очень исполнительный человек. Решает вопросы быстро. Я ему задавал первый вопрос насчет электричества, значит, там оплаты. В общем-то, сказал, что все будет нормально. Так что я уверен, что он решит этот вопрос. Пришедшим людям будут предоставлены своевременные ответы после того, как все проверят. Были специалисты всех сфер. Выражаю надежду, что в будущем все будет хорошо. Встреча акима с жителями продлилась 2 часа. Теперь администрации предстоит проанализировать все вопросы горожан и быстро на них среагировать. Анастасия Яцун, Асет Кундакпаев, телеканал Алматы.